Наталья Горчакова, представляющая Россию, заняла 12-е место в беге на 12-е место в беге на 3000 метров себестоимости. Наташа, как ощущение, как бежалось? Конечно, с киниками нам нереально бороться. У нас какой-то такой тандем европейский почему-то сложился. Мы бежали кучкой, я прям понимала, что Европа здесь, практически там, кроме американки. Ну, бегом довольна. Довольна, что по личному сезону не пробежала, на самом деле. Потому что сезон получается очень длинный. Первый раз у меня такое, что до самого августа, еще в конце августа надо готовиться к старту. Я довольна. Конечно, ничего великого, но на данный этап это маленькая ступенька. Какие планы дальше? Будет матчевая встреча 31 августа во Франции. Там за Россию побегу. Это будет последний старт в этом сезоне. И буду отдыхать, готовиться к следующему сезону. Тогда удачи и спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Наталья saying that it is very hard to compete with Kenyans and Ethiopians in 3000 meters steeple. However, she did her best. She ran her season best time of 9:38. She is very happy to do that. The next thing for her is going to be the national meet, which is going to be on the 31st of August, and she's looking forward to come back to the track and run fast again. Thank you.